Земля наслаждается длительными спокойными эпохами, которые характеризуются умеренными ветрами и осадками, а также медленно протекающими геологическими процессами. Эти периоды пресекаются вновь повторяющейся катастрофой, мы приближаемся к концу одного из таких спокойных периодов, и беда не за горами. Объединив наблюдения за тысячи лет, многовековые исследования и современные технологические возможности, мы наконец можем дать объяснение всем свидетельствам цикла катастроф на Земле. И у нас есть все необходимые инструменты для того, чтобы предсказать следующую. Вскоре Земля собирается сделать то, чего не делала уже тысячи лет. Магнитные полюса смещаются, сила магнитного поля Земли ослабевает. По всей Солнечной системе и на самом Солнце происходят магнитные изменения. В этом видео мы расскажем вам об этом цикле катастроф, который вскоре снова настигнет нас. Эта история рассказывалась по-разному, и здесь вы услышите ее целиком. Начнем со смещения магнитных полюсов Земли. Это реальное явление, и вскоре оно произойдет. Точнее, оно уже происходит прямо сейчас. Крупные смещения магнитных полюсов, также называемые геомагнитными экскурсиями, происходят каждые 12 тысяч лет. Менее значительные, но более частые происходят во время периодов 6 тысяч лет, называемого полуциклом. Наиболее хорошо изученными геомагнитными экскурсиями являются последняя, называемая Гетенбург, и произошедшая 12 тысяч лет назад, а также особенно мощная, называемая Лашам, случившаяся около 40 тысяч лет назад. Информацию об этих и других таких же событиях можно найти в научных журналах. Они происходят регулярно, и очередное уже началось. Смещение магнитных полюсов Земли началось в 1850-х годах, но с 2000 -го года процесс идет намного быстрее, чем за последние 150 лет до этого. Процесс ускоряется и будет ускоряться в дальнейшем. Эти события совпадают с крупными климатическими изменениями в прошлом, вулканической активностью и стрессом на биосферу Земли, приводящими к массовому вымиранию видов. После долгих десятилетних дискуссий в научных кругах в крупнейшем журнале в мире, посвященном геофизике, было опубликовано убедительное исследование. Данные события являются причиной массового вымирания нескольких животных видов и провоцируют кризис во всей пищевой цепочке. Происходит это не только из-за активности вулканов и климатических изменений, но и повышенного уровня космического излучения, а также нарушения навигации у птиц, млекопитающих и морских обитателей. Такие сдвиги могут происходить быстро, очень быстро. Нынешний, даже если бы он случился завтра, не стал бы самым быстрым в истории, поскольку процесс продолжается уже более 150 лет. Когда он достигнет пикового ускорения, смещение будет происходить в 100 или даже более раз быстрее, чем сейчас, и нам останутся считанные месяцы, а может быть даже недели. Это история из тысячи деталей, которые вместе говорят нам о страшном будущем нашей планеты. И эту историю нам рассказывают камни, окаменелые останки, грунтовые слои и застывшая лава. Далее коснемся того факта, что это событие, похоже, затрагивает всю Солнечную систему, а также отступим на шаг назад, на галактический уровень. В галактике, так же как и в звездах, в Солнце и в заряженных лабораторных условиях сферических магнитах присутствует волнистый пульсирующий энергетический слой. В нашей галактике высота, амплитуда и длина такой волны были установлены, и исходя из скорости радиального потока в 600-800 км в секунду, она должна попадать в нашу Солнечную систему примерно каждые 12 тысяч лет. В этом волнистом слое находится точка разворота галактического магнитного поля, а не галактический экватор, как ошибочно полагали многие. Именно этот галактический магнитный переворот, ожидаемый примерно раз в 12 тысяч лет, оказывает влияние на нашу Солнечную систему и является причиной общего цикла катастроф на Земле с периодичностью в 12 тысяч лет. А какие изменения происходят в Солнечной системе? На Венере мощные ветры теперь дуют на треть сильнее и быстрее. Исследования Земли показали, что солнечная активность, смодулированная магнитным полем Земли, влияет на увеличение скорости ветра на всех высотах. Поэтому магнитные изменения на Венере легко объясняют эти ветры. Климат на Марсе изменился значительнее, чем на Земле. Сейсмическая активность растет, и сейчас даже считается, что у планеты есть активная мантия, хотя долгое время считалось, что планета в целом мертва. У нас есть исследования, связывающие магнитное поле Земли и солнечную активность с долгосрочными изменениями климата и вулканической активностью на Земле. Поэтому магнитные изменения на Марсе вполне логичны и могли пробудить мантию. Таким образом, эксперты были правы, когда говорили, что планета мертва, и они правы сейчас. Было бы сложно объяснить все изменения на Марсе, если бы они не были магнитными по природе. В облаках Юпитера тоже произошли значительные изменения, в том числе и в Большом красном пятне. Но самое интересное и в изменении радиосигналов, исходящих от магнитных полей планеты, что напрямую указывает на перемены в этих полях, а также объясняет аномалии в облаках, поскольку мы знаем, что солнечная активность и геомагнетические условия влияют на образование облаков на Земле. 30-летняя орбита Сатурна эксцентрична, и каждые 30 лет, когда планета ближе всего к Солнцу, в северном полушарии планеты формируется супербуря из-за повышенного солнечного влияния. За все время наблюдений с помощью телескопов эта буря впервые наступила на 10 лет раньше. Почему? Магнитные изменения на Сатурне позволили бы большому количеству солнечной энергии проникнуть в планетарную систему, достаточному, чтобы вызвать шторм на 10 лет раньше. Рекордные полярные сияния на Уране наряду с рекордной штормовой активностью являются очередным признаком изменения магнитных условий. Поскольку магнитные поля планеты блокируют солнечный ветер от попадания в атмосферу, магнитный сдвиг на Уране привел бы к увеличению количества солнечной энергии, проникающей на планету, и вследствие повышению полярных сияний. На Нептуне недавно произошла реверсия урагана, и это очень важно. Ураганы на Нептуне подчиняются тем же закономерностям, что и земные. Представьте, что у побережья Флориды образовался ураган, который вместо обычного западного направления вдруг пронесся бы через Атлантический океан на восток и обрушился на Африку. Невозможно, не так ли? Что ж, именно это и произошло на Нептуне. Электрическая обусловленность ураганов на Нептуне предполагает, что для данного сценария необходим именно электромагнитный сдвиг. Плутон, наконец, потерял 20% своей атмосферы менее чем за два года, куда больше, чем ожидалось из-за замерзания и так называемой плутонианской зимы. Как же планета могла потерять часть своей атмосферы так быстро? Да так же, как и на Марсе, коллапс магнитного поля в результате магнитного сдвига. Таким образом, все это свидетельство магнитного сдвига на всех планетах, и да, оно есть и на Солнце. Присутствуют заметные сдвиги около полярного магнитного поля и связанный с этим рост количества гелия. Если галактически обусловленные магнитные изменения влияют на всю Солнечную систему, то мы должны наблюдать эти изменения как на всех планетах, так и на самом Солнце, и мы их наблюдаем. Но ведь галактическая волна должна также приносить с собой пыль, ионы и нейтральные газы и влиять на крупные магнитные слои, окружающую всю Солнечную систему. Оказывается, ученые наблюдают больше межзвездных ионов, чем ожидалось, это первое. Ученые также наблюдают больше нейтрального водорода, чем ожидалось, это второе. И, как видно из ряда последних исследований, количество пыли во внутренней части Солнечной системы увеличивается, это третье. Ученые также отмечают феноменальные изменения в ленте IBEX – межзвездном магнитном отпечатке на внешней гелиосфере, окружающей Солнечную систему. Это четыре пункта из четырех, касающихся химии и магнитных изменений на всех планетах и на Солнце. Поистине сдвиг во всей Солнечной системе. И история, и современные наблюдения за Солнечной системой, и галактическая физика – все говорит об одном и том же. Но постойте! Если галактическая волна Движется от центра галактики. Не должны ли мы увидеть изменения на звездах, которые находятся ближе к ее центру? Из-за большого расстояния между звездами мы можем с достоверными результатами наблюдать только за самыми близкими к нам, такими как Проксима Центавра и звездой Барнарда. Есть также Адальва, звезда, находящаяся примерно на том же расстоянии от галактического центра, что и мы, но на несколько световых лет севернее. На всех трех наблюдались вспышки суперуровня или выше. Звезда Барнарда была первой, так как она является самой отдаленной от нас. Затем рекордные вспышки на Проксиме и, наконец, совсем недавно то же самое произошло и на Дальво. Конечно, было бы неплохо, если бы 60-80 лет назад мы могли бы использовать современные технологии, чтобы наблюдать за активностью удаленных звезд. Тем не менее, все, за которыми мы наблюдаем в современную эпоху, вели себя именно так, как если бы галактическая волна настигла бы их в нужном порядке, и наше Солнце следующее в очереди. Пока что все истории дополняют друг друга, так что давайте изучим идею о звездных вспышках дальше. Одним из вновь всплывающих доказательств этих циклов являются изотопы от новых. Они же повторно вспыхивающие звезды, обнаруженных на Земле. Те самые, которые могут образоваться только при вспышках новых. Именно их мы и находим в микротектитах и окаменелостях, образовавшихся в результате этих 12 тысячелетних циклов катастроф на Земле. Но может ли галактическая волна стать причиной повторяющейся микроновой на Солнце? Да. Поскольку ученым известно всего два способа, которые провоцируют вспышки новые в других частях космоса. Один из них ⁇ это магнитный удар по звезде. А второй ⁇ сброс материала на звезду, накопление, называемое аккрецией. Так уж получается, что галактическая волна, несущая с собой реверсию магнетизма, приносит магнитный удар, и сопутствующая космическая пыль, нейтральные частицы и ионы и являются тем самым материалом, который сбрасывается на звезду. Таким образом, галактическая волна несет в себе оба известных способа провоцирования вспышки новой. Первое в истории исследования вспышек новых, в котором учитывалось влияние магнитного поля, пришло к выводу, что изотопы, прилипшие к пыли, не могут выбраться из остатка такой новой. А это значит, что изотопы, найденные на Земле и пребывающие каждые 12 тысяч лет, могут исходить только от нашего Солнца. Найденные изотопы показывают, что именно должна сделать звезда. Галактическая волна совмещает воедино оба известных способа провоцирования новой, и изотопы не могут быть от какой-либо другой звезды. Что ж, совпадений становится все больше. Как выясняется, события вроде микроновы на Солнце окончательно решают давнюю задачу галактической физики. Ранее ученые знали как о существовании галактической волны или такового слоя, так и о их протяженности по всей галактике. Но их модели не могли определить, каким образом волна удерживается на таком большом расстоянии. Оказывается, если энергию от новой подать напрямую в волновой поток магнитной системы галактики, это сделает волну более устойчивой и протяженной, Такая взаимозависимость и решает недочеты галактической физики. После многолетних заверений о том, что микроновы не существуют, астрономы наконец признали, что она есть, это вновь повторяющееся на Солнце событие не только является единственным возможным объяснением наличия изотопов новых на Земле, но и может возникнуть только вследствие двух упомянутых причин, как и указывают наши реальные наблюдения за галактикой. Итак, давайте вернемся на Землю. На протяжении всей известной истории все исследователи катастроф считали, что Земля наклоняется и переворачивается, вызывая массивные цунами из-за того, что океаны начинают плескаться. Эйнштейн и многие другие были согласны в том, что катастрофа происходит в результате открепления коры Земли от ее мантии, но не могли понять, как именно. Как открепить кору? Благодаря современным данным, мы знаем, что земная кора крепится к мантии за счет термоэлектрического равновесия. Вдобавок, ученые уже знают, что вспышки на Солнце индуцируют электрический ток в мантию, прямо через границу коры и мантии. Микронова на Солнце создает ток достаточной силы, чтобы нарушить и тепловой и электрический баланс этого равновесия, тем самым открепляя кору. Так что именно микронова нужна для завершения истории исследователей катастроф, которые заявляют, что Земля наклоняется, поворачивается и вызывает мощные цунами. Интересно, что несколько ученых во времена Эйнштейна также занимались математическими расчетами того, что произойдет, если земной коре удастся открепиться. Их вывод – массы льда из полярных областей захотели бы вращаться на экваторе, точке максимальной центробежной силы а наибольшее количество льда расположено таким образом, что потянет на экватор и Гренландию, и часть Антарктиды, которая находится к югу от Австралии. В результате Бенгальский залив в Индийском океане и Перу окажутся новыми северным и южным полюсами соответственно, что было предсказано более ранними исследователями катастроф, у которых не было математических расчетов из времен Эйнштейна. Это удивительно, но это не просто совпадение. Магнитные полюса уже начали смещаться и они должны столкнуться друг с другом в районе Бенгальского залива. При этом Перу находится на противоположной стороне планеты. Если планета наклонится, как было ранее предсказано и как предполагают более современные математические расчеты, это приведет к тому, что магнитные полюса снова окажутся на северном и южном географических полюсах. Это, пожалуй, самое значительное совпадение из всех перечисленных, но всего лишь еще одно в нашем списке. История становится еще интереснее, когда мы осознаем, что и в религиозных текстах, и в мифах говорится, что именно это и произойдет. О земле, которая будет качаться в разные стороны, словно пьяница. О черном солнце и о днях без света, вызванные накоплением материала на солнце перед микроновой. О гигантских волнах, потопах, огне, извержении вулканов и исчезновении биологических видов. Каким же образом эти истории из древности совпадают с научными данными? И не только с наукой, но и с человечеством в целом. Современная культура делает весь мир похожим на гигантский садом и Гамору. Рост сатанинской дегенерации, утрата традиционных моральных ценностей – все именно так, как и было описано. Поэтому они предсказывают то, что предсказывает современная наука, вплоть до поведения людей. Да и по правде сказать, сколько можно и далее игнорировать такие совпадения. Что ж, добавим еще одно. Похоже, что правительство и элиты готовятся именно к этому. Они поступают безрассудно, потому что знают, что расплаты не будет. Они тратят деньги так, как будто завтрашний день не наступит, потому что в реалистичном раскладе его и в самом деле не будет. Правительство ведут активные подземные работы, в то время как представители элиты вроде Илона Маска и Джеффа Безоса расширяют свои возможности. Безос выкапывает гору в Сьерра Диаблос прямо напротив своего пускового комплекса Blue Origin. А у Илона Маска есть SpaceX и буровая компания. Знаменитости и миллиардеры стремительно обзаводятся бункерами судного дня. Даже Эндрю и Тристан Тейт строят такой бункер в Румынии. Большая часть наук представляет собой всего один вектор, одну линию доказательств, за которыми идут наиболее приближенные выводы или догадки о том, что это могло бы значить. Все сказанное – не большая часть. Это лишь повторение той же самой истории Земли, вновь рассказанной палеоклиматологией, палеомагнетизмом, окаменелостями, отложениями в грунте, физикой Солнечной системы, астрофизикой, галактической физикой, современными наблюдениями, математикой, религией – культурой и вдобавок поведением элит. Не слушайте, что они вам говорят. Вместо этого смотрите, что они делают. К слову о математике. С нынешними темпами изменений нам осталось всего 10-20 лет. Так признаете ли вы горы доказательств, подтверждающих одно и то же? Или позволите миру отвлечь ваше внимание? Позволите ли вы невежеству разубедить вас? От вашего ответа Зависит ваше будущее и будущее ваших детей.